Новый асфальт сделали, елки-палки, как круто. Здесь была такая раздолбанная дорога, вот новенький асфальт. Интересно, ты сам наверх, вот корова, смотри, пасется. Корова. Проехали пост здесь, значит, этот платный, там по-братски можно, без чека, проехать. Да, здесь по такой ехали раздолбанной дороге, теперь вот ровненько. Классно. Это Алматинская область получается. В Алматинской области дороги намного хуже, чем в городе. Поедем направо, это к санаторию Алма-Арасан. Там есть тропа, Теренкур. Туда мы ездили, ходили. Тропа вообще длинная, то есть там даже по ней можно обойти и дойти до Большого Алматинского озера и там спуститься. Но это там километров 8, да, 10, и это на весь день. Че он встал? Вот, а мы сейчас поедем налево, там тоже можно к водопаду дойти. Пойдем к нему. Красиво, да, здесь? Да. Что ты там смотришь в Инстаграме? Вон, красота. Самолеты, вон, знак, падают самолеты. Смотри, какой обрыв здесь. Да. Справа. Мама, а мы что, по этой же туда же пойдем, где в тот раз? Нет, мы сегодня по новому маршруту будем. Новый маршрут. Будем искать медвежий водопад. Ну я не знаю, медвежий он или какой, но там вроде есть тоже водопад. Вот новая дамба. Она намного меньше, чем та, которая внизу. Но все равно вот построили. Еще работы ведутся. Здесь, наверное, будет вместе с гидроэлектростанцией. Тоже турбины поставили, наверное. Там, наверное, будут стоять эти выработка электричества, потому что вон ЛЭП новый поставили. Теперь вниз также спускаться надо. А вы случайно медведей не проехали? Нет. Здесь-то похоже, да, как в Сочи едешь там? Да. От Джубги. Такая тошнотная дорога. Ох, смотри, какая река сюда. А мы сейчас едем. Thank you.
Приехали, высадились тут. Парковка есть оборудованная. Какое-то благоустройство здесь, типа кафе или что-то такое. Медведи. Называется Аюсай. Медвежье ущелье. Это медвежье ущелье. Салам, бро. Бургеры и хот-доги. Медведи. Главное, настоящего не встретить. Они, кстати, тут водятся. Да, да. Водятся, есть. Да, медведи. Туда нам. Вверх. Но здесь ветерок в горах такой. Не жарко. Веревочный парк есть. Дошли здесь. Люба, не надо так ходить. Не надо, упадешь. Да не надо. Дошли здесь вот до такого места. Все, весь проход занимает река, и чтобы к водопаду пройти, надо как-то переходить. Сейчас посмотрим, как те идут, которые сверху. Как они переходят. Не обустроили переход. Здесь, наверное, просто не перейти. Там сейчас будет что-то, поскользнешься, подвернешься и туда улетите. Как-то здесь по-другому, наверное, переходит. А это зачем так? Там, наверное, вот та есть еще вторая тропа, надо было по той тропе идти. Потому что вот они оттуда и туда идут. Здесь не переходят. Обратно. Ну ты так сходи, попробуй, мне кажется, не перейдешь. Не, ну может перейдешь, но опасно. Перешла. Так, я надеюсь, мы не упадем сейчас. Так, за мной иди. О, шатается тут. Сюда. Не, ну ничего так. Можно пройти. Перешли. А вот и водопад, да? Небольшой, а вот еще маленький совсем. Это леща увидели, что ли? Лещ или нет? Где? Вот это кто? Может быть, да. Но маленький клещ.
Вот, дошли до водопада. Ну вот, дошли мы до водопада прям. Я что-то туда неохота. Там еще, говорят, выше водопад. Еще один. Что, мы, наверное, наверх не будем карабкаться? Я хочу. Я тоже. Пойдем, что ли? Да, давай, я тоже. Ну, пойдем. Пойдем. В общем, пойдем наверх еще. Там еще водопад. Все-таки не пош... Это скользит и очень круто. Походят, карабкаются. В общем, может, в другой раз. Спускаемся вниз. Ты что затанцевала? Ну пой. Внизу сделано, как вот в Австралии делают. Там, где вот эти всякие 12 apostles. Парковка, все там это цивильно. Туалеты, такой информационный центр, где можно какие-то журналы, фотографии посмотреть. Кафе. Вот. Еще бы здесь сделали тропу со всякими этими ступеньками, типа как. Ага. А, мы сейчас пойдем по нижней тропе, мы его вверх, сверху обходили. Кто-то жил, наверное, здесь. Страшно, наверное, жить в городе. Но он вообще такой. Из камней просто. Все, идем сюда. Вот как будто груша растет или что это. Тут домики стоят, которые, видимо, в аренду сдаются. Вот, например, один. Можно в аренду снять. И там еще сверху несколько. Что, здесь пойдем по нижней тропе? Муравей такой большой, смотри, какой он гигантский. Он реально, смотри, какой он гигантский. Ну, я не знаю, кто это. Это муравей. Пойдем по мостику. Это к этому домику ведет. А вот еще один здесь у них. Вот и вот. Ага.
Какая-то юрта стоит. Тизуй. Спускаемся вниз. Ну как прогулка? Супер! Ну давай, как прогулка? Хорошо! О, сказал. А? Какой мы сейчас в высоте находимся? В какой высоте мы сейчас? На высоте я не знаю. Сейчас надо посмотреть. Я думаю, где-то 1700 где-то так. Большое Алматинское озеро туда, Таутас, сюда. Водопады прямо. Это туда, куда мы ходили. Парковка. Туалет есть. Куда пойдем? Нет, туда нам не надо. Пойдем вот пойдем по вот этой. По той тропинке. Не садитесь, там клещи. Сейчас нацепите на себя клещей. Бляшу. Что это такое огромное? Какая-то бабочка мохнатая. Ой, ну-ка, ткните ее пальцем. Ага, пальцем, конечно. Смотри, какой огромный мотылек. Там тоже помещение впереди. А похоже, да, помещение, как там, где мы ездили по Австралии. А вот, смотри, можно было взять карту и тут посмотреть водопады. Вот один водопад, угу. Второй. Класс. Там кафе только не работает. Самовар. Или работает. Здесь три водопада. А вот этот маленький тоже водопадик, ты так идешь первый самый маленький, а второй получается где-то близко от него, да? А третий, смотри, третий водопад, смотри, вот от первого, второй и третий очень далеко. Сколько там километров до него, не подскажешь? А, до третьего. Водопад и еще где-то сколько нужно пройти? Три? Два? Вот кафе. Смотри, тут печь поставили. Заказали чай, ждем. С борсаками. Там для детей уголок. Красивый вид такой из окон. Все. Пойдем. Красиво здесь очень.